Добрый день, наши уважаемые покупатели. Магазин «Олимпия», город Екатеринбург. Опять с вами. И мы начинаем показ новой коллекции, которая поступает, в общем-то, в торговые залы. И радует нас и вас в том числе. Итак, это новинка. Это пальто стильное. Выполнено из меха кюрли. Кюрли, в общем-то, это тот мех, который очень хорошо держит тепло, несмотря на свою мягкость, легкость и великолепное, помимо того, что теплоотдача, но еще имеет и водоотталкивающие свойства, так как в самом сырье, в завитке, в шерсти находится ланолин, и попадая под мокрый снег, не промокает, несмотря на его мягкость и тонкость, да, вот этого сырья. У вас получается, что капельки снега, капельки мокрого, может быть, такого снега, просто скатываются. То есть многие задают вопрос, промокает ли тонкое сырье. Нет, ни в коем случае, только не это. У нас есть карманы, которые в виде клапанов закрываются, но если они вам мешают, клапаны можно убрать и вовнутрь. Хотя они здесь не увеличивают бедро, а это здорово. Длина изделия 1,25 м, 1,30 м. Это все будет зависеть, конечно же, от размера. Да? Чем больше размер, мы всегда говорим, тем увеличивается длина изделия. Хороший пояс, он двусторонний. И, пожалуйста, любители поясов, можно одевать стильное, шикарное пальто. Английский воротник. Наглухо мы здесь ничего не простегнем. Это пальто мы рекомендуем на межсезонье, на холодное межсезонье и, конечно же, на зимний период. Посмотрите, как красиво смотрится, элегантно по спинке. И мне нравится в этом стиле, что его можно носить и с поясом, и без пояса. Каблук, да, пуги, спортивный какой-то стиль, кроссовки, почему нет. Да, и еще двусторонний пояс. С одной стороны это кёрли, да, а с другой стороны мы видим пленочное покрытие, называется сил. Хочу еще раз показать вам без пояса, очень удобно, комфортно. Длина рукава стандартная, и если даже вам великоват, длинноват рукав, вы можете просто загнуть. Это очень удобно. При ходьбе силк, который выполнен с изнаночной стороны покрытия, он пересекается, конечно же, пожалуйста, совсем-совсем изделием. То есть при ходьбе, когда полочки раскрываются и пересекаются с рукавом. То есть тут вот маленькие фишки, в общем-то, выполнено все достойно. Разработчики дизайна – это итальянцы и знаменитый бренд Conta, всемирно известная фирма Conta. Очень легкая, мягкая, и я бы назвала это, знаете, как пальто. Вариант пальто – меховое стильное пальто. Дубленка не двусторонняя, потому что я знаю, что будете задавать вопросы. Она просто очень качественно удобна. Никаких косых швов. Все выполнено вручную. Это handmade, то есть одна дубленка отшивается 2-3, а то и 4 дня. Посмотрите, какое сырье, и я переворачиваю на обратную сторону. Сзади идет глубокая красивая шлица, что придает элегантность данному изделию. Изделие находится на кнопках, не на крючках, чтобы не вырывать сырье. Итак, вот такое стильное, красивое изделие. Стоимость изделия для наших подписчиков соцсетей и для клиентов, которые приходят с соцсетей в торговый центр Greenwich, магазин «Олимпия», будет 85 900. На самом деле очень хороший ценник. Не забывайте, что все наши изделия можно приобрести единоразово, перечисляя деньги на расчетный счет, а также в режиме онлайн оформить рассрочку. Без процентов, без переплаты, это очень удобно. На любом сроке досрочное погашение есть. Всего хорошего, сбрасывайте ваши мерки в дерево, прикрепляйте фото выбранных моделей и не забывайте, что ее мечты есть имя — Олимпия. А мы идем дальше.